Тело Акела у нас, Отелло, хотел сказать, гавкает по-своему, не как собака, уфкает. Всем привет, дорогие друзья. Оставил на ночь все-таки Алиту. Запустил братишак Фурии, на ночь я отсаживаю. Братиши Фурия радостные такие. Бегают, играются между собой. Сейчас буду убирать вольеры. Ну молодцы, вдвоем прям. Снега насыпать вам надо. Пойдемте вас поглажу. Акела, не лезь к ней. Надоел уже. Иди сюда. Иди сюда. Алитка. Мартышка ты. Белая мартышка. Ну посмотрите на него какой. Тайгу он обидел. Тайга ушла. Он кость грызть. Да, в жару у нас плюс 3. Убираться, конечно, тяжело в эту погоду. Лучше или морозиться, или вообще, когда жара, чтобы можно было этим кёрфером мыть. А сейчас еще шланги не оттаяли. Да. Ждите, подкрутили тут. Играться хочешь, ты со мной, с Фурией. Все, куртку испачкал. Ну ладно, эту куртку оставлю теперь вот для таких делов. Весна, осень, если не порвет до осени. Так, надо лопату убрать. Это вообще по-хорошему еще промыть сюда. Ах ты хулиган! Ах ты хулиган! Ах ты хулиган какой! Посмотрите на него! Хулиганит как! Все, ему надо на зуб попробовать! Кто там хулиган? А кто там хулиган? И Фурия за мной охотится, смотрю уже. Нет. Ах ты резкий паренек. Вот все, что запретно, им нужно. Все, что запретно. Он носится, гоняется. Не пущу тебя. Куда пошел? Друзья, ну невозможно снимать. А как вы говорите, камеру еще оставить? Они ее сожрут, блин. Так, что-то не настроена камера, смотрю. О! Хулиганье. Пойдем, братиш. Ты мне куртку не порвал. Thank you.
да, нет, не дам тебе. Нет, не дам тебе, хулиган. Ой, хулиган какой. Ой, хулиган какой. Ой, ты хулиган такой. Какой хулиган. Какой ты хулиган. Ну-ка, давай, полный рост. Будешь вставать, нет? Будешь вставать полный рост? Эй, кабанёнок. Кабанёнок, будешь вставать полный рост? Будешь вставать полный рост? А? Будешь вставать полный рост? А? Какой ты вкусный, мягкий волчара, лесной, лесной волчара, серый. Фурия, ты чё там? Сюда в глаза смотри, ну чего у тебя глаза так красные, а? Чего у тебя глаза так красные, а? Притяжи здесь. Чего у тебя глаза красные, а? Чего у тебя глаза красные? Так, ну ты без куртки давай. Мне потом в чем ходить? А, через. Мне потом в чем ходить? А? Мне потом в чем ходить? А? Мне потом в чем ходить? Ты хрюкаешь и ее пугаешь? Ты ее пугаешь? Фуля, идем играться. Она поиграется. Тебе дать перчатку погрызть? А? Тут. Красавчик, красавчик. Да, зубки, конечно, у тебя не совсем ахти. Вот один зуб более нормально уже. Не, сзади, смотри, зубы. Ты выдаешь тебе все. Так, ты давай полегче, бро. Красивый, зараза, красивый ты. Зубами что у тебя, а? Что с зубами ты? Красавчик. Лапа, конечно, у тебя. Ну-ка, дай лап. Лапу дай. Дай лап. А что это у тебя тут кровь? А что это такое тут? Где это тут? Измазался. О, молодец. Лапу дал. Серьезная лапища. Вся корнища. Да? Ну, со мной тоже интересно играть. Соперничаем, да? Соперничаем. Вот он, кулак, вот он. Фурия, иди сюда, Фурия, иди ко мне. Иди сюда, иди ко мне. Иди сюда. Что-то задышало так нервно.
Смотрю, братиш или облазить начинает. И что у него? Вроде бы облазить уже начал, но эти попозже должны, северные. Этот-то южнее всех у нас братиш получается. Самая арктическая, это у нас Фурия, это если по родословной следить. А если по населению, конечно же, у нас самый северный, это Акела, где он родился и прожил. Ой. Давай Фурию пропустим. Пропустим Фурию, ну пусть идет. Пусть бегает. Ты меня всего испачкал. Ты в курсе? Ты всего испачкал. Акела тоже носится туда-сюда, нервничает, что я здесь с ними провожу время. Схватить меня твоя мамка хочет, да, Фурия? Ну это так, условно, мамка. Естественно, она никакая не мамка. По воспитанию есть только. Так. Все идет, а то бывает память у нас на телефоне включается. Да? Заяц, поймал тебя за уши, заяц, за уши тебя поймал, за уши, за уши, за уши, за уши тебя, за уши, за уши, за уши, за уши тебя. Как Фурия мониторит, но я боковым зрением не подаю вида, но все равно боковым зрением всегда наблюдаю за ней, что она делает. Тут. Ты, я с вами уже капец, все пахнет. Пахнет все в вашем. Где-то пожестче им хочется, где-то канат перетянуть. Да, скажи, ну ничего. Скажи, вам поэтому я тебя к Фурии пускаю, чтобы немножко наигрывался. Куда полез? Кто разрешил тебе до камеры лезть? А? Споймал его за заднюю ногу. Лапу точнее. Какая Фурия. Видели, что хотела Фурия сделать? Буквально в метре от меня была. Так, ну ладно, надо заканчивать. Ну, много и так не снимать. Вот он у нас. Братишок, посмотри в камеру. Даже Фурия была бы возможность, сожрала бы тебя уже. Это все сломалась лопата. Что-нибудь догрызть ему.
Сейчас теперь качели, Алите и Тайге зайду понежиться. Ну все, все, прекращать. Ну-ка тикайте. Акела, не... Ну, блин. Все, ну-ка тикайте. Тикайте. Куда пошла? Куда пошла? Да. Нельзя, Алита. Нельзя. Иди сюда, Алит. Тихо, Акела. Иди сюда, Алита. Иди сюда. Все. Давай бегом на место. Бегом на место. Там здесь все закрыто, закрыто. Да, да, довольно. Довольно. Не, тихо. Все, иди в место. Место бег. Бегом. Вон там уже это, братиш с этой. Давай, 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 пойдем. Молодец, Акела. Интересно все. Вам интересно все? Вам интересно все, да? Ой, бардак. Ой, какой бардак. Не представляю, когда все растает, что здесь будет. О, молодец, Акела. Идемте. К логову сходим. Сегодня пасмурно. Сухо внутри. Да, Алитка, привет. Привет. Привет всем. Привет, бойцы. Что это? Намучил тебя, Акела? Ага, не доверяет мне. Сразу выскакивает оттуда. Все прилипало, пиявка прилипла. Ну сама нарывается тоже. Повалила Акелу. Вот так вот. Вот молодец, Алитка. Физухи, конечно, у нее хоть отбавляй. Алит, иди сюда. Ой, умница. Что-то у тебя ухо, как будто ты... У тебя там не сломал хрящики-то? А? Ну все, иди гуляй, иди уже, ко мне тут прилипло тоже. Иди гуляй. Иди гуляй, Алита. Опять нежится. Здесь хоть есть чем заняться, скажи, Акела, да? Сколько деревьев повалил. И снега сюда кидать не надо. Вон еще сколько его. Пить и пить его, есть и есть.
Вы посмотрите, какой след. Акела, это точно твой след? Вон. Да ё-моё, всей толпой теперь. Вот у нас размеры алиты. Иди к тайге подойди. Идем. Вот алита, тайга. Ну еще не догнала. Но я думаю, через 2 месяца может и догонит ее. Да, тайга? Алите сейчас будет, получается, 11 месяцев. В конце апреля, 29 апреля. У них вместе с Фурией день рождения. И я думаю, тут 1,5-2 месяца и догонит тайгу. Да, тайгу, сотку. Алита, он на страже порядки. Порядка села. На кормушку и сидит. Тайга тут за всем наблюдает. Ты чё телефон облизываешь? Здорово, тело. Так, легче. Кило. А ты что меня кусаешь? Слышишь? А ё-моё, Алита! Ну-ка прекращай прыгать на лицо. Ты что такая непослушная, а? Чё прыгаешь? Чё прыгаешь? А? Смотри сюда, смотри в глаза мне. Смотри в глаза. Смотрите, Акела. Ревнует, бежит, чтобы его тоже погладили. Это ё-моё. Тайга за всем наблюдает, до сих пор стоит. Это он как примостилась ко мне.
примостилась, отакелась, скажи, да? Чтоб не лез к тебе. Ну все, я пошел. Да хватит прыгать, Алита, нельзя. Нельзя, сказал. Нельзя. Шел я работать. А вы здесь кайфуете, отдыхаете. О, слышите? Братиш с фурией там выясняет что-то. Окей. Ну ладно. Только отворачиваюсь, лезет прикусить меня. Вы чё, волки? Ай-яй-яй. Молодец, Акила. Ну вот молодец. Что вы зеваете? Не выспалась? Ты не выспалась с ним? Замучил тебя? Ну, ты мне пройти дашь, Алит? Пройти, да, Алита? Все, я пошел, давайте. Короче, начал выходить, руку вот так, ну, засовывать, чтобы они не это, не выскочили, и Акела вот схватил, порвал мне пуховик этот. Я тебе, ты меня, я тебе, блин, говнюк. Вот сколько жила эта куртка, ничего с ней не было. Это, кстати, он второй раз ее, первый раз за капюшон. А вот это его второй раз. Моментально, видите? Это какой силой укуса он делает, что сразу рвет. Братиша вот кусал, не рвал. Ах ты, шерсть, я тебе. Куда ее трогаешь? Смотри мне. Вон, Алитка. Хватать его побежал. Теперь обратно в защиту. Кто тут? Кто тут? Волчара. Ладно, надо выскакивать. Акиле не нравится. Смотрите, вот иду я. Вот он за мной. Следит. Так, и ты тоже давай-ка. Я тебе. Ну-ка, тикай. Только попробуй. Только попробуй, Акила. Ах ты. Вот так я с выигрышной зоны выхожу. Раньше с вольера так выходил. Сейчас отсюда. Охотник, ё-моё. Чё ты? Ну всё. Пока так, Алит. Ну что? Обижает тебя фурия, да? Всё перевернули. Только им так аккуратненько всё красиво поставил. Беспредельщики. Здесь пусто, вольер, здесь братиша на ночь оставляю. Здесь тоже пусто пока что. Здесь у нас Ойка в самом дальнем сидит. Да, Ойка?